Именно тройка и утопленница вместе с проводами покойника дали повод заговорить о Перове, как о поэте скорби. Но вместе с тем вера в исправление зла силою одной только истины путем наглядной демонстрации этого зла начинала угасать. Перов оставался лидером критического реализма, но лидером одиноким. По-видимому, он и сам это осознавал, так как в конце 1860-х годов в его творчестве начинают появляться иные мотивы, не свойственные прежнему певцу скорби. Например, сцена у железной дороги, где кучка мужиков и баб в изумлении глядит на паровоз. Надуманный сюжет, свидетельствующий лишь о том, что Перов вновь не находит себе места. В том же году, что и «Утопленница», была закончена небольшая картина «Учитель рисования», начатая еще в Париже. Она была написана как воспоминание о коллеге Перова, рисовальщике Петре Шмелькове. Бедный учитель коротает дни в одиночестве, зарабатывая на жизнь частными уроками и поправляя глаза и носы, нарисованные начинающими художниками. Нечасто встречающаяся в живописи той поры, однофигурная композиция близка по жанру другой, написанной двумя годами ранее картине «Гитарист Бабы». В этих картинах показано существование обывателей, которые не являются ни жертвами зла, ни его источниками, а просто живут себе да поживают. Но эта жизнь безрадостна. А почему, не ясно. Интересно, что именно об этих двух картинах мы неожиданно находим положительное суждение из самого что ни на есть враждебного Перову лагеря, от Александра Бенуа. «Если бы я узнал, что почему-либо погибли приезд гувернантки или крестный ход, я бы очень-очень огорчился. Прибавлю еще чудесного бабыля, кстати сказать, любимая вместе с учителем рисования картинка Серова». Быть может, эти две картины – тот редкий у Перова вариант жанра, который позволяет воссоздать мироощущение самого художника, прошедшего полосу надежд и осознавшего утопичность возможности скорого исправления жизни путем показа ее неприглядности в картинах.
Итогом этих настроений стала картина «Последний кабак у заставы». Окраина города. Тревожные зимние сумерки. Улица, вливаясь в узкие ворота, уходит далеко в широкую гладь полей. Дорога занимает всю ширину первого плана, отчего зритель словно втягивается в своеобразную пространственную воронку. Дорога круто взымает вверх. Вертикальное движение как бы подхватывается остроконечными столбами заставы. И далее едва заметная стайка птиц. Первый план подчеркивает преграждающими дорогу санями. Но это только временная остановка. Она позволяет разглядеть понурую фигуру женщины в санях, мерзнущую собаку, тусклые окна кабака под вывеской «Расставание». В сером холодном сумраке окна поблескивают тепловатым светом. Но это не уютные огоньки домашнего очага на морозной вечерней улице. За их тревожной мутноватой краснотой угадывается пьяный угар. Перов использует диссонанс холодных и теплых тонов. Красноватый свет окон гасится густыми зимними сумерками, а лимонно-желтый закат приобретает ледяной оттенок. Навстречу светящемуся небу устремлено все движение в картине, но небо также не гостеприимно, как неуютная улица и зловещий кабак. Заставляя взгляд скользить по бороздам дороги, художник исподволь внушает томительное желание вместе с ощущением невозможности вырваться из этого унылого однообразия. Здесь, в отличие от прежних картин, нет вообще никакого повествования и даже нечего дорисовать воображение, разве что вспомнить некрасовские строки о том, что за заставой в харчевне убогой все пропьют мужики до рубля и пойдут, побираясь дорогой, и застонут. Но даже этот сюжет оказывается сведенным лишь к горящим окнам кабака. От того, что здесь ничего не происходит, становится особенно тоскливо. Женская фигура в санях ничего не выражает. Собачка, которой в прежних картинах отводилась роль едва ли не самого активного действующего лица, не воет, не лает, не бежит, а просто стоит. Ее шерсть треплет козенка. Когда в картинах Перова хоть что-то происходило, и это происходящее было свидетельством зла, которое можно изжить и преодолеть, то предполагалось, по крайней мере, что это зло исчислимо. Его можно назвать, на него можно указать, а здесь оно становится буквально безобразным, то есть не имеющим образа, неисчислимым, неопределенным. Вместо назывательной, содержательной функции слова первостепенное значение приобретает его интонация. Это музыка тоски, уныния и безразличия, монотонная жизнь, где не на чем остановить взгляд. Она не тусклая, не невзрачная, а вообще никакая. На первом плане слева в картине лежит сломанная веточка, точно такая же, как в тройке. Эта деталь, по-видимому, подсмотренная Перовым в натуре и автоматически повторенная в двух картинах, вроде бы ничего не означает, кроме невнимания художника к мелким деталям, но одновременно способна вызвать досаду. Всюду одно и то же, относящуюся в том числе и к изображенной Перовым жизни, которая словно сосредоточена на аршине пространства. Также на большом временном промежутке повторяется в разных картинах чаепитие в мытищах, мальчик, готовящийся к драке, рыболов,
например, один и тот же глиняный кувшин.